Приехали в Высокоту, сейчас идем в бассейн купаться. Здесь источники радоновой воды, целебной, лечебной. Тихонько. Опасно. Да. Здесь лечебница находится, Высокота. Мы будем купаться в бассейне. Да, с радоновой водой. Да, которая пахнет тухлыми яйцами. В ней долго купаться нельзя, потому что сердце может не выдержать. Да, Лиза в бассейн хочет. Вот такой вот бассейн в горах. Вот такой высоко. Лиза накупалась? Да. Да. Понравилось? Да. Водичка теплая, да, горячая даже местами. Да. Да, здорово. А Яся еще купается. Наш. Да. Наш купается с бабой, да? Накупались мы. Здорово, там вон горы. Классно. Идем теперь в горы. Смотреть радоновые ключи. Камень Будды, которому 3000 лет. И еще есть. И еще кушать, да, пикник будет. Да-да. Так, это сам санаторий. Высокота лечебный. Здесь все осталось, наверное, советского времени. Как будто вернулись назад в прошлое. Идем мы смотреть камень Будды, которому 3000 лет. Прикоска, Лиза, смотри, плавает, Лита. Здесь везде бьют радоновые источники. Да, вот отсюда этот водопад и идет. Теплая вода? Теплая. Так. Вот он наш камень Будды, которому 3000 лет. Лиза, стой! Так, вот он Будда высечен. Будды! А, да. И здесь какие-то надписи высечены.
корпуса санатория. А пока мы достаем, мы там будем ходить не так. Поднимаемся вверх, вверх и вверх. Уже он там на камень забрался. Но мы только начинаем свое восхождение. Еще, еще далеко. Ну, лошадки. Маленький жеребеночек, колобка наша. Лиза, молодец. Стойкий солдатик, она сама топает, это мы уже столько прошли, и она с папой, ножками, это мы уже идем, наверное, часа полтора где-то. Да, умница ты, топаешь, устала. Вон впереди гора огромная. Да, вот там же ее хорошо было видно, да, а здесь вот она от солнышка, она вся такая, как в тумане. Лиза перебралась к папе на ручки, устал ребенок. И мы уже здесь часа три, наверное. На ногах, конечно, да. Устала уже. Ну, Лиза, классно в горах? Да. Посидели, покушали. Лизу одели. А ужасно. Солнышко, да, припекает очень. Так, мы поели, передохнули, идем дальше. Идем дальше к водопаду. О, наши уже папа с детками впереди. Здесь ручеек. Родник, да. Родник, здесь вода чистая идет. Она идет там именно из-под земли где-то бьет. Поэтому... Ее даже здесь можно пить безопасно. Она чистая и вкусная. И туда в речку она спускается. Мы все еще идем вперед к водопаду. Медленно, наверное, мы движемся к своей цели. Вон там вот вдалеке тоже водопад есть. Еле-еле видно. Ярохла. Совет. Так, ну все, идем к водопаду. Остался последний рывок. Лиза совсем устала. Едет только на руках. Уставшая Лизуня. Пойдем, Лизонька, чуть-чуть осталось. Вся гора в облачках. Так, здесь завязывают ленточки, пакетики, все, что есть, все завязывают. На счастье желания загадывают. Вообще это Барбарис, по-моему. Вон он уже виднеется, наш водопад. Наконец-то мы дошли. Лизонька только у нас устала.
Ага. Все настоящие пластины, правда? Да. Проводник, да. Да. Ярослав настоящий проводник. Давай. Конечно, а ты собрался в ней купаться. Идем прям по самой речке. Ну, вот и водопад, наконец-то. Папка поднялся, молодец. Все, Лиза. Наши перебрались туда. Хорошо. Прыгает в карте. Ой, мальчик, куда залезла. А? А? У Лизы паркур не получается. И как дальше? Вот тут вот, где и перебирался. Все, посмотрели мы на водопад, возвращаемся. Вон он там вдалеке остался. Все, устали. Теперь привал. И будем возвращаться домой. Пока, водопад!